Привет, друзья! Привет! Сегодня мы будем делать обзор канцелярии, которую мы купили к школе. Угу. Ну и не только канцелярию. Да. Мы купили уже почти все, кроме одежды и обуви. Рюкзаки купили. Да. Все купили. И мы даже купили рюкзаки Лизе. Да. Мы заказали их онлайн в магазине Children's Place. Мы их еще с Лизой вживую не видели. Нет. Заказали два рюкзака. И сейчас Лиза выберет какой. И ланчбокс тоже есть. Во! Там два рюкзака. Там два. И один вот этот классный. И мой. А второй? Даже не будешь смотреть? А, бабочки! И вот этот ланчбокс как раз набор к тому с бабочками. Ой, слушай, они оба красивые. Я даже не знаю, как ты будешь выбирать. Там какие-то. А, это там Лизины еще вещи кое-какие. Шортики. Я уже знаю, что я буду. Что? Все-таки не это. Бабочек? Да. Я, кстати, так и думала. Лиза, вот этот захотела сразу себе мохнатый, с ушками. Но я и настояла, чтобы она вот этот попробовала, положила, чтобы, ну, был выбор. Потому что оно такое же, с бабочками все. Ну, а вот ты купила хороший ланчбокс тоже в Фридмайере, смотри. Смотри, какой ланчбокс крутой. Этот круче ланчбокс. И рюкзак вот этот круче. Давай мы его откроем сначала, посмотрим. Здесь глянь. Киса, все по-кошачьи. Так, ну я не знаю, как ты от такого можешь отказаться. Ребят, смотри, здесь ушки. Это зеркало без кошачьих. Здесь брелок такой кошачий. Смотри, какая сладкая. Супер, давай-ка мы откроем, посмотрим, что там внутри. И тут тоже можно. Смотри, там тоже. Смотри, он мохнатый внутри. Он такой мягкий, ребята. Давай мы его расправим. Просторный. Смотри, здесь два кармана. А, один карман. А. Здесь писать имя, фамилию и класс. И вот здесь для бутылочек. Да. Для маленьких. На каждой стороне. Два, да? Слушайте, но это чтобы отказаться от такого рюкзака, нужно быть очень смелой девочкой. Ну, он распрямится. Он просто из-за того, что он в посылке был, он приплюснутый чуть-чуть. Если вещи положить, то он распрямится. Здесь нужно подтянуть потом. Лиза, ты как будто в шубке. Ну, как-то этот ланчбокс с этим рюкзаком не очень сочетается, да? Да. Так. Ладно. Давай вот эти откроем, посмотрим. Поехали. Ой, глянь, глянь. Смотри, какая бабочка. Бабочка? Да, там котенок, а здесь бабочка. Они тоже... Запах, конечно, у него какой-то резины. Давай-ка мы сначала вот этот карманчик посмотрим, что там. Он сильно пахнет резиной, что ли? Да. Ого! Так, просто обычный карманчик, да? Да. Он такой какой-то прорезиненный весь рюкзак, да, пахнет резиной. Да. Так, ой, какой внутри тоже красивый, фиолетовый такой. Тоже тут. То же самое, да. Внутри он точно такой же. И размером он точно такой же. Все то же самое. А с этой стороны? С этой стороны просто фиолетовый. Ну, этот, конечно, цивильнее, мне кажется. Да. Дорогие зрители, напишите, какой вам рюкзак больше понравился, вот тот или вот этот? Мне больше этот нравится. Мне больше вот этот нравится. Ты что, вы себе хочешь забрать? Он выносил. Мой рюкзак, который у меня сейчас, со мной, мне нравится больше. Ланчбокс еще распакуем, посмотрим. Да. Ну, это такой же, как и рюкзак, да? Такой же прорезиненный. Лизочка, открою. Я думаю, что внутри он такой же, как у нас раньше был в прошлом году. Потому что это все из Children's Place. Да. Да, обычный кармашек. Все обычное. Это теплоизоляция здесь, в этом ланчбоксе. Обычный. Ну, я к этим таким привыкла больше. Этот сдавать? Да. Короче, Лиза остановила свой выбор на бабочках. Поворачивайся. Мне, наверное, тоже больше этот нравится, чем мохнатый. Ну, а теперь переходим к нашей канцелярии. Угу. Предлагаю начать с Сони. Вот эта стопка, это Соня сейчас отсюда выберет то, что ей нужно. И у Коли тоже там лишнее. Нам по списку Соне нужно две Composition Notebooks. Широкая линейка. А ты, наверное, только их и купила две, да? Выбрала только две, да? Да. Все, значит, тебе выбирать нечего. Ага. Так, все, Composition Book есть. Четыре спиральные тетрадки. Так, вот эту точно. Точно. Слушай, а мне вот это вообще не нравится. Это просто, ну, фиолетовое дерево и вот это. Ну ладно, твой выбор тебе. Все разведное, все красивое. Теперь. Вот это сдаем? Да, да. Девочки управляют миром? Да. Может, это не так. Эй.
Итак, Соня выбрала такую тетрадку и вот эти. Ну, все разноцветно, это верно. Окей. Переходим к папкам. Тебе нужно 4 папки с кармашками. У тебя их куча. Очень много. Очень-преочень много. Так. Вот это точно. Вот это точно. Да. Дальше. Хм. Вот это точно? Я думаю, что вот эти самые красивые из Walmart. Давай. Ну, из этих выбери, какие там тебе еще нравятся. Вот это, кстати, Сонечка, что взяла, они бумажные. Я знаю. Они порвутся очень быстро. Давай мы их уберем. Давай. 4 вот таких, да? И они все мягенькие такие. И красивые. Давай посмотрим, какие они внутри еще раз. Тихо. Короче, кармашки есть, 3 дырки есть. Да. Так, здесь тоже все, кармашки есть, дырки есть. И все мягкое. Все мягкие, приятные такие. Вот эти вот из Walmart самые приятные. Очень мягкие. Дальше тебе нужно было 2 упаковки из узкой линейки листков, обычных для байндера. Мы сейчас их сразу вставим, да? Одну упаковку сразу вставим в байндер сейчас. Еще Соня купила вот такие вот модные, они с утяжелителем листики какие-то, да, чтобы не разлетались. Это экстра тяжелые листья. Соне нужен был 3 инча толщиной байндер. Мы ей купили 2 инча, ну, потому что подумали, что 3-инчовый не нужно. У него такой универсальный байндер, его, в принципе, можно будет использовать вместо рюкзака тоже. Когда дни, когда не нужно носить рюкзаки, нечего класть, можно просто будет ходить как с сумкой под этим байндером. И у нее в этом байндере сразу лишь есть уже и пенал, и есть разделители. Здесь есть вот такой кармашек для индекс-карт, видимо, да? Да. А, и она уже идет, это разделитель у тебя в виде кармашек. О. Вот какие у тебя модные разделители. У тебя их всего 3. Придется подкупать разделители. Ну, хорошо. Давай вот эти листки теперь вставим в байндер. Так, Коля заодно сейчас делает свой байндер сразу. У него точно такой же, только цвета другие. А, вот этот листок надо убрать, снять верхний. И теперь вставляй их сюда. Я понимаю, как оно теперь ходивает. Где? Показывай. Это они дверь. Как промазаны чем-то, да? Как да. Покрыты какой-то, как пленкой. Да, это листочек. Как Lemonade. Так, у Сони должна быть узкая линейка листки. И вот тут, смотрите, еще эти лейбл-мейкеры, то есть наклеечки, 3. Чтобы проставить лейблы. Коля уже так сделал, да? Вот, я вот так. Наклеиваю. Коля будет вставлять широкую линейку листки 2. Себе, упаковку. Кстати, купили эти наклейки вот отдельно, если будет нужно больше, вот они. Ну, это не наклейки, это вставлялки те. Наклейки. Короче, наклей, вот это куда вставлять кармашек сам, да, его нужно наклеивать. А вот эти бумажки, это вставлять сюда, отрываешь вот так один листочек, вот так, и вставляешь потом в этот кармашек. Это Соня будет в школе уже делать, все лейблы проклеивать по предметам. Мы просто проверим, как это работает. Вот так наклеивается кармашек, отрывай бумажку. Вот тут пишешь предмет или то, что тебе надо пометить, и вставляешь в кармашек. Так, короче, засовываешь. И потом вот так оставляешь. Предлагаю одну вот такую штучку и одну полоску бумаг отдать Коле. Хорошо. Коль, на, это тебе. Клади куда-нибудь в карманчик, в школе будешь наклеивать. У меня в заначках есть вот такая папка. И здесь есть вот таких у меня 2 разделителя. Сонь, хочешь, я тебе еще таких 2 дам? Это разделитель с кармашком. Можем их не покупать, вот эти только 2 добавить туда, и будет классно. Есть такие прозрачные тонкие фолдеры, нужны вам? Смотри, если ты написала какой-нибудь очень важный листочек, что-то важную информацию, вот в такой вставляешь вовнутрь, и потом его прикладываешь уже вот в таком пакетике, чтобы он хранился. Если вам нужны, берите. Мне можно это в школу, потому что в секскрете, я думаю, что будет нужно. Так, давай тебе вот эти разделители мои. Давай. Тогда не будем покупать вот эти крутые дырки. Достаточно. Соня, 2 мне. Вот, у меня их куча. Бери. Как, хорошо. Ты их просто присоедини сразу, и пусть Мам, они у тебя будут. Вот. Столько. Окей. Давай мне остатки. Дальше Соне нужны 2 ручки, но мы ей купили упаковку ручек. Давай мы их откроем и посмотрим. Papermate — это крутые ручки. Какие-то они у тебя резиновые. Я знаю. Слушай, гля, какие ручки крутые. Эти популярные в школе. Да? И хорошие они очень. Смотрите, какие. Они такие мягкие, резиновые. Какой красивый цвет. Такой яркий. Хорошо пишет? Угу. Соня брокколи нарисовала. Это не брокколи.
Ух ты, какая жирненькая, да? Класс. Фиолетовый темный. Да. Но тоже красивый. Ой, какой классный. Красный самый красивый. Посмотри, он уж какой-то коралловый. О, это красиво. Да. Сонечка, ты куда их будешь складывать? В этот, в пенал? Да. Так, у тебя всего лишь здесь два отдела, да? А, ничего, это хороший сервал. Ну, так, ручки. Сюда нужно будет еще карандаши. Обычные серые. Давай посмотрим, какие карандаши тебе купили. Вот эти, да? Это тоже Paper Mate. Один можно положить, а все запасное убрать в сторону. Так, и у Коли такие же карандаши, поэтому тоже сразу открывай и складывай в пенал все себе. Ну, вот эти карандаши, конечно, классные. У тебя в прошлом году наподобие были. Смотри, как они вытягиваются. Да, вот тут выдавливаются. Тут нажимаешь и выдавливаются. И чтобы обратно, нужно вот это нажимать и вот так. Нажать. Да. А, она выкручивается. Вот так, да? Да. Слушай, это мы у нас... У тебя в прошлом году были другие карандаши, не такие крутые. Ну, выкручивающаяся стиралка и... Конечно, они такие крутые, такие жирненькие. И запасных стержней штучек 5, наверное, да? 3, я думаю. Так, запасные убирай в сторону, один карандаш можешь себе положить в пенал. Коля тоже, вот он сразу все в этот свой пенал вставляет, кладет. Ставил листки. Все то же самое, что у Сони. Так, Соне нужны упаковка хайлайтеров. И Соня себе купила в Таргете вот такие Йоби мини-хайлайтеры. Сонечка, ты все будешь их таскать в школу? Сразу? Да. Никита себе точилку у папы выпросил с батарейками какую-то. И вот он требует от нас, чтобы заточить карандаши. Вот эти карандаши мы купили во Фридмайере, потому что сказали, что они самые лучшие. А вот эти мы купили в Уолмарте, чтобы сравнить с вот этими. Вот эти уже заточены, вот это сейчас Никита заточит. Все, показывай. Ого, как хорошо заточил. Давай-ка... Соня, ты пока свои хайлайтеры в сторону убирай, мы потом попозже их распечатаем. Давай уж тогда карандаши сравнивать. Так, а вот теперь Бик обычные карандаши. Попробуйте, сравните. Абсолютно одинакового качества, да? Да, то же самое. То получается, вот эти дороже намного, чем вот эти. Да. Ну-ка, давай, я попробую. Они просто разноцветные. Так, этот жирненький, очень жирный. Давай этот попробуем. И этот так, точно так и уже абсолютно. Мне даже кажется, что вот эти более эластичные, такие более мягкие. Да, пишут. Они оба 2HB. Да, но вот эти приятнее. Слушай, какие они классные. Такие маленькие. Классные. Так, какие здесь цвета у тебя есть? И фиолетовый, красный. Ну, короче, все цвета радуги у тебя есть. Даже зеленых два. Ого, два розовых. Основной это вот этот, наверное, будет, да, хайлайтер у тебя? Да. Класс, вот этот цвет. И оранжевый. И оранжевый, наверное, тоже яркий, да? Супер. Красный хайлайтер. Мы все удивились. Красный хайлайтер. Тан-тан-тан. Так, ты мне скажи, ты их все будешь с собой таскать в школу? В пенал будешь складывать? Слышишь, какая папка будет большая. Возьми себе несколько. Уместились? Подожди. Вот так, да? Ва! Круто. Вот так. Готово. Дальше у тебя по списку идут... Так, разделители, цветные карандаши. Мы купили вот такие, Соня, цветные карандаши. Они, получается, двусторонние. Ты все будешь их в школу таскать? Может быть, я не знаю. Коля, открывай, смотри. Их, оказывается, можно это как пенал для них. Можно их носить, хранить. Вот это мы уже определили. Ну и что за карандаши? Давай посмотрим, как они пишут. Обычные? Ну, обычные американские карандаши. Я думала, что они хоть качество будет получше. Ну, это просто... Они просто классные. Хорошие. Ну, пойдут, нормальные. Хорошие. Разноцветные. Вот так. Попользовался, закрываешь. Соня, где ты будешь хранить? В пенал будешь складывать в свой вместе с ручками? Или вот сюда куда-нибудь будешь класть? В этой упаковке где-нибудь здесь. Нет, так будет неудобно. Или удобно? Вот так, так неудобно. Да? Вот так, да? Ты тоже сколь туда будешь складывать, да? Давайте вот эти откроем уже в конце концов наборы. Да, спасибо. Открывайте. Подожди, как оно становится? Просто снимай вот это и открывай. Я ножнички. Давай посмотрим, возьму. Что там. Мини-скотч! Какие штучки тут? Маленький степлер. И к ним... Два степлера. И к нему вот эти вот есть набор скрепочек. Мам, самое лучшее. Ножницы. А вам в школе не нужны такие маленькие ножницы? Нужны! Коль, помоги Соне. Помоги Соне. Вот,
Смотри, какие ножницы. Ножницы такие маленькие. Миниатюрные. Давай посмотрим, режут ножницы или режут. Они острые. Они острые. Это вырыватель, вырывать скрепки от стейплера. Да, скотч. Скотч, посмотрите, какой маленький скотч. Такой классный. А вот моток дополнительный еще скотча. Вот эта точилка. Это точилочка маленькая. И стейпли маленькие. Точилочка, я думаю, что, скорее всего, тоже хорошая. Они... Ребята, мы проверяли сейчас стейплер, а это оказался дырокол. Конечно же, это не стейплы. Так, а стейплер есть или нет? Есть. Почему вот будет два стейплера? А это стейплер, да, уже? Так. Стейплер. Получается, что дырокол и стейплер. Куда вы будете класть в байндер эти наборы? Есть вариант вот сюда. Ну, мы не думаем, что там классные бумаги. Вот этот набор нам, конечно, очень понравился, да? Мы не знаем, что это классно. Нет, Сонечка, один вариант только вот сюда. С бумагами, если будет лежать вместе. Линейки. Мы купили линейки. Соня, вот это Соня купила. Классную. И Коля, резиновые. Они прям абсолютно резиновые. Удивляюсь, насколько они классные. Да, они классные. И с этой стороны сантиметры, а с этой инчи. Да. Куда линейки будете складывать? Я не знаю, может, они сюда не помещают. Вот, я нашла местечко хорошее. И выскакивать не будет, нормально. Я вот сюда положу. Сюда? Этот кармашек большой. А вот это я... Вы сразу будете прицеплять ручки или потом? Они вообще мне не нужны. Тебе не нужна, Соня? Ты оставишь ручку? Носилку. Коле нужно выбрать папку. Ему нужна одна папка. Если хочешь, Коля, ты можешь себе две оставить, если тебе нужны. Вот это с наружными у него дырками, но бумажная. Она... Мне не нравится то, что она бумажная. Ну, смотри. Да, там есть наружные дырки. Его можно вставить будет в байндер. Короче, вот так можно эту будет папку вставить. А я не понимаю. Вот, вот так, да. А вот эта папка, она пластиковая, красивая. Эту папку не вставишь в байндер. Ее можно просто только будет положить. А зачем вот эти дырки? А эти дырки, смотри, листочки сюда можно вставлять и их закреплять. Вот эти штучки, они там отгинают, чтобы не выпадали листки. Короче, нужна тебе такая папка? Нет. Не нужна? Okay. Коле нужно две composition book. Коля себе накупил кучу, и пусть он сейчас выберет две. И вот это самое классное, может, футбольный мячик. Типа, ага. Такое. Еще какую? Вот эту бумажную, я не хочу камеру. Только. Вот эти, смотри. Хорошо, хочешь себе их оставляй. Какие хочешь, бери. Вот это, да. Коля оставил себе с мячом. Это где мы их купили? И с машинкой? В Walmart. В Walmart, да? Так, погоди, а у тебя какие они? Wide ruled. Широкая линейка. А это? Это тоже wide ruled. Тоже широкая линейка. Все. И бумага. Одну ты уже вставил, другая вот запасная. Колин санитайзер для рук. Сонин, чтобы убивать бактерии и микробы всякие с рук. Вот это у него дезодорант. Сонин дезодорант. Ты будешь в рюкзак все это класть? Не в байндер же? А? Дезодорант. И baby wipes. Нет, это... Нет, это web wipes. Чтобы руки мыть. Sanitizing wipes. Так. Дальше у нас есть вам вот такие вниз sticky notes вам пополам. Это вместе с Соней. Давай откроем и посмотрим, как они работают. Где липкое? Вот это? Снизу. Ага. Все, вот так, да? Слушай, ну это не стики ноутс, это просто, они нигде не прилипаются, это просто листочки. Как же мне стики? Да, нету нигде никакой наклеечки. Это просто ноутс? Просто ноутс, да. Вам нужны ли я себе их оставлю? Смотри, классные какие. Они крутые. Крутые. В Ландри давай посмотрим. Нам. Так, давайте, это вам, вам вниз. Потом мы еще купили вам вот такие закладочки, стики, да, они... Клеющиеся, правильно, эти закладочки? Вот, Сонины и Колины. И швидко. Вы можете их распечатать и сразу положить в рюкзак. Ой, в байндер, если хотите. Я, вот в кармашек. Я не буду распечатывать их. Вот просто положу. Где можно поместить? Можно в этот, в пенал. Ух, это много места. Вот этот в пенал положи. Да. Этот вот сюда. Давай поместим. А вот этот можно в пенал вместить. Смотри. Надо что-то заложить, заклеить, пометить. Вот так приклеиваешь. Заклеечки, закладочки. Да, давайте мы вот эти резиночки еще откроем. Можно стиральные. Здесь на троих на вас, на Лизу, на Соню и на Колю. Я что-то выбирала уже. Нет, я Кувалу и мячик выбирал. Ты пингвин или бургер, я думаю. Прыгай, да? Это сфералка. Слушай, он какой-то открывающийся. Я знаю. Ля-ля. Ведь вставляли и вместе. Ой.
Мам, ты сломала. Я не сломала, он сам открылся. Да, он открывающийся. Я и говорю, что подожди, он разбирающий. Бургер можно... Все разбирающийся. Они все разбирающиеся. И что с этим? Как этим стирать все? Смотри, я бургер могу разбирать. Мама, это можно строить. А то есть это как и лего одновременно, и стиралка, да? Ага. И бургер тоже разбирающийся. Так, я шеф Соня, а я сделаю бургер. Так, Никит, на тебе мартышку, на. А Лизе кексик. На, Лизе, отнеси кексик. Так, Коля, а животные тоже разбираются на части? Да. Да? О, нет, смотри, лицо снимается. О, нет. Так, а как ими пользоваться? Ими жалко пользоваться такими. А ничего, ничего. Я сначала с пятками начинаю. Да. Нет, их надо, когда ты стираешь что-то, все вместе, мам, чтобы было. Эй, хорошо. Мама, смотри. Да. Пусть у вас будет вот это для красоты. Это лего. Это для понтов, а вот это для работы будет. Вот эти в школу обычные будете носить, чтобы просто стирать. Нет, вот эти просто всем показывать. Да, это показывать. А этими стирать. Сейчас мы их откроем. Хоп, резиночки. Так, у кого какая? У Никиты оранжевая. Коль, у тебя зеленая, да? Да, моя зелененькая. Моя желтая. Вот маленькое отверстие для резиночек. Раз, два, три. Готово. Так. Коля сюда прилепил. Мама. Классно. Мама. Так, Колины мы ему купили вместо ручек лайнеры. Да, но у нее еще ручки. Соня может дать. Лайнеры Бик. Вообще Соня их себе купила, но мы решили, что их Коле надо отдать. Да. Как они? Суки маленькие. И посмотри, смотри, как они хорошо выглядят. Они такие удобные. Сейчас набежу что-нибудь. Какая прелесть, какие классные. И никакая ручка не нужна, да? Еще остались ручки, вот эти, пилот. Соня себе купила какие-то капиллярные, что ли. Это тоже лайк. И фломастеры пилот. Это erasable, стирающиеся какие-то фломастеры. Да. Давай, Сонечка, открывай, показывай, какие они там внутри. Так, покажи нам. Ой, смотри, как тонко. Вообще супер выглядит. Тонькая штуковина. Угу. Показывай. Пишет что-нибудь там. Очень тоненькая вообще и гладенькая, да? Хорошая, Соня? Да. Соня попробовала себе вот эти ручки и решила тебе Коле отдать. Потому что мы Коле еще не купили ручки. Да. Ну, тут такие хорошие. Вот эти тоже хорошие. Все ручки хорошие. Короче, вы определитесь сами. Делитесь, кому я что вот надо. Я вот эти мои теперь. Окей. Синенький. Ой, какой красивый. Фиолетовый. Ой, какая прелесть. Видно, что круто пишут. Чернила жидкие. Да. Что такое? Жидкость. То есть здесь стержень не надо покупать, здесь нужно покупать чернила отдельно заполнять, да? Да. Ой-ой-ой, какая прелесть. Еще зеленый есть. Да, там много цветов, но все их не надо. Все они... Видно, что они и так классные. Да. Это же белая штучка вытаскивается. Да, она вся разбирается. Все, я знаю, куда я положу. Ты уже готов к школе, да? Да. Короче, Соня свои ручки отдала Коле, потому что она много себе купила, а Коля ничего не захотел покупать, никаких ручек, а теперь захотел. Да. Поэтому... Обычно это трубы. Поэтому Paper Mate Коле ручки, а вот эти Соне. И остались у нас фломастеры Сонины. А, еще остались у нас вот эти вещи, мы потом их снимем. Давай фломастеры посмотрим, которые erasable, которые стираются. Прям да. Интересно, как они стираются. По ним видно, что они крутые. Начинаем с розового. Так. Ну, выглядит как обычные фломастеры. Это есть обычные, только они стираются. Да. Не, ну все равно тоже. Посмотри, у него колпачок. Посмотрите, какой. О, он красиво рисует. Да, классно. Такое мягенькое все. Гладенькая. Посмотрите, какие у них колпачки, дети. Смотри, надо посильнее надавливать. Смотри, стирает. Ля-ля-ля-ля-ля. Я первый раз вижу фломастеры, которые можно стирать, ребята. Мне нужно. Все, фломастер стерли. Вот это фломастеры. Желтый Соня цвет любимый. Классная, да? Закрываешь и сильно надавливаешь и стираешь. О, и стерлась. Да. Супер классный фломастер вообще. Вообще никакой марки не остается. Ну, пилот, ну бренд, а. Ну надо же. Классно. Ты их сразу будешь в пенал класть? Я думаю, что в школе удивишь всех, да? Так, пенал у тебя уже и так
почти наполнен. Сгребай. Так, ну и переходим к Сониным любимым вещам. Мини-вещам. Так, а, вот индекс-карт, это не мини, но ты будешь с собой прям всю упаковку таскать? В рюкзаке. В рюкзаке? В рюкзаке. Давай сейчас я покажу, как это выглядит. Вот это можно будет наклеечку содрать. Вот сами эти индекс-карты, кто не знает, что это такое, это вот такие листочки. С одной стороны белые, с другой стороны в линеечку. Да. На них, слушай, а что-то какие-то они мягкие. Это мы купили в этом, в Таргете. Обычно в Walmart много плотнее бумага. Да. Так, и такие же вот разделители мягенькие. И их можно будет разделять по предметам. Вот так вот там математика, английский. И потом складываешь вот сюда. И все. И также здесь вот такие есть бумажки, наклеечки. Сюда наклеивать предметы, чтобы писать какие. Да, только я думаю, что этот пигмент маркер нужно использовать. Что ли. Это ты будешь класть в рюкзак, правильно? Конечно же. Сонин мини-пленнер, мини-ежедневник. Здесь, во-первых, календарь. Здесь всякие себе пометки, напоминания делать. И дальше по месяцам делать какие-то записи важных вещей. Да. Ты будешь это в байндере носить или в рюкзаке? В рюкзаке. В рюкзаке. Ну и остался самый крутой твой мини-байндер. Я не знаю, для чего ты будешь его использовать. Наверное, для того, чтобы это показать всем, да? Да, и рисовать, ну, и что-нибудь, ноут сделать. Или рисовать в классе, я не знаю. А, во время уроков рисовать, да? Нет, я больше это не буду делать. Ты будешь его носить в рюкзаке или в байндере? В байндере? А это мы запасные еще эти листочки, вставлялки купили. Маленький байндер в байндере? Маленький байндер в байндере? Хотя это доносить в рюкзаке. Рюкзаки мы уже показывали. Коля себе вот такой оставил, Соня вот такой. Теперь я хочу начинать вещи ложить в рюкзак. На, укладывай в рюкзак. Так. Не забудь этикетки срезать. Смотрите, здесь в рюкзаке столько отделов. Так, эти ты салфеточки сюда положила свои, дезодоранты, санитайзеры тоже а куда-то можешь положить. Я думаю, что вот сюда, маленький. Вот сюда. А, и вот сюда. Вот так, да? Ежедневник куда? И байндер. А, вот сюда можно. Вот. Сюда ежедневник. Мини-байндер куда? Это, видишь, для карандашей или для чего-то, для ручки, если у тебя с собой байндера нет. Сюда ставят маленькие отверстия. Так, закрываешь, да? Здесь телефон будет класться, Сонин. И здесь все мягко и прям точь-в-точь тот размер для моего телефона. Прям точь-в-точь. Да, специально мягкая такая штучка. А, карточки. Куда индекс-карт? Да тоже сюда куда-нибудь нужно. Тоже вот так рядышком. Ну, это отлично. Так. Ну и осталось положить вот сюда тетрадки. Все и папки. Так. Вот так. Все запихали. И это оставим дома? Это дома оставишь. Все. Можно будет, когда первый раз пойдешь ты в школу, вот это тащить отдельно на плечо, накидывать, и еще рюкзак. И потому что много всего нести. Маленькая карточка тех штук, тех маркеров. Ну что, мы почти готовы к школе. Осталось нам купить обувь и одежду. С канцелярией мы уже разделались. Поэтому, дорогие зрители, если вам понравилось то, что мы купили, то... Поставьте лайки! И подпишитесь на наш канал. Пожалуйста. Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! До свидания. До свидания.